Итак, всем привет, с вами Фиксер, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. Сегодня мы продолжим выживать за городом. Если вы не знаете, что это за цикл игровой такой, так, значит, я вам сейчас расскажу. Значит, за вот этой стеной есть огромная пустошь, за ней еще одна точно такая же стена, и за ней город, огромнейший город, не знаю, нечто, какой-то прототип Нью-Йорка, возможно, там какие-то небоскребы огромные, и просто город заполнен зомби, нечистью и прочей, с такой, и прочей нечистью, не знаю. В общем, тем, что пытается меня убить постоянно. То есть я сбежал из того города, чтобы собраться с силами, как-то накопить побольше всяких предметов полезных для меня, сделать какую-нибудь клевую броню себе и потом все-таки вернуться в этот город, очистить его от зомбаков, еще потушить все пожары, которые там есть. То есть этот город еще горит, я забыл упомянуть об этом, то есть он, это город в огне просто-напросто. И я спускаюсь сейчас в пещеру, да, мы сегодня будем исследовать какие-то пещеры, возможно, опять. То есть так, ну здесь я был, то есть окей. То есть у нас здесь спаунер, да, я уже здесь был. Что это у нас за камень такой, это? Ага, то есть это мосс стоун, то есть заплесневелый булыжник. Да, он так здесь выглядит, просто белый какой-то камень. Это текстурпак, зомби-текстурпак, специально разработанный для этого города. Правда, сейчас я не в городе, но все-таки, блин, как-то не знаю. Ну ладно, в общем, играть все равно с ним нужно как-то. Это традиция все-таки, и как бы без него это плохо будет, вообще все некрасиво и, да, как-то читерно, потому что тогда видно все спаунеры во всех этих, ну, в общем, не знаю, ладно, в общем, мы не в городе, опять-таки, то есть уже какой-то элемент нечестной игры от меня есть, то есть то, что я не в городе. Хотя, опять-таки, напоминаю, что правил на форуме, то есть, где выложен, на Майнкрафт форуме, где выложена эта карта, не было никаких правил по этому поводу, то есть, ничего не запрещено, все разрешено. И, кстати, тыковки у нас есть, я не знаю, они нам нужны, нет, наверное, не нужны все-таки тыквы. Зачем мне тыквы, я не понимаю. Вот тыква выглядит как телевизор, если, я не знаю, я сейчас так все рассказываю, как будто вы первый раз это смотрите. Сомневаюсь, что кто-то в первый раз смотрит эту серию, потому что, ну, это далеко не самое интересное, что вообще могло бы быть. То есть, не знаю, ну, ладно. В общем, это Майнкрафт, да, не совсем обычный, но Майнкрафт. Так, что, свиньи больше не этот, они, им не интересно, да, пшеничка, то есть... Да, и мне интересна пшеница. Видимо, им нужна морковка. Да, то есть... Да, окей. То есть им нужна морковка. Морковки у меня сейчас нету. Когда-то она у меня, по-моему, была даже, когда из зомби выпало что-то. И была, по-моему, у меня морковка где-то. Возможно, она где-то в городе, там, в сундуке, в одном из моих сундуков валяется. Я не знаю. Не знаю, я вот сейчас думаю, возможно, стоит мне как-то... сходить все-таки в этот город. Но опять-таки, у меня нет ничего. То есть еды у меня нет хп сейчас абсолютно. То есть я голоден и скоро умру с голоду просто-напросто. И как-то, блин, это не весело вообще. Это меня ни разу не радует как-то. И, в общем, да. Не знаю, в общем, давайте я продолжу, что ли, строить свой дом. Тогда, раз уж такое получается у нас, что опять-таки у меня нет еды. Просто я просто даже не знаю, что мне еще можно делать, кроме того, что сейчас строить. Потому что это единственное, что более-менее так безопасно для меня. То есть, как бы... А, так, в общем, строим домик, продолжаем Блин, куда... Почему оно не ставится туда? Гребаная херня. Так, в общем, здесь у нас будет окошко такое, большое-большое окошко. Так, здесь у нас не будет окошко, здесь оно будет. И вот здесь оно будет каким-то таким вот образом. Вот так вот как-то, и здесь тоже не будет. Вот как-то так, пожалуй. И вот здесь будет такое окно. Видим, да, вот в такие блоки. Вот столько блоков будет окно здесь. И опять-таки делаем симметрию. Как там все было, вот так вот. Вот так, нет, вот это лишнее сейчас было, так, мне, видимо, нет топора, придется все вручную вырубывать, да, настолько суровый этот, блин, мир Майнкрафта, что здесь руками приходится дерево собирать, так,
Я что-то не понял там. У меня... Ага, то есть вот так сделано. То есть как-то вот так вот. И не знаю, здесь вообще нет особого смысла делать окно, но я его все же сделаю, но поменьше. Вот где-то вот такое окошко здесь будет. Не совсем симметрично все, но, думаю, красивенько, в принципе. Аккуратненько так. И клевенько даже. Так, ладно, сейчас здесь вот так вот еще поставим. Вот так. И вот так, пожалуй. И вот, вот так вот. Даже вот. Круто. Круто получается. Что-то у нас, что-то вырисовывается. Так. 4 блока в высоту. Это будет у нас потолок такой. И дальше еще один блок, видимо, нужно строить. Но следующий блок, это у нас древесина должна быть. Или вообще, то есть даже не древесина, а как бы... То есть просто крыша уже потом так вот, какая-нибудь наклонная, я не знаю просто, блин, я заговариваюсь просто, не знаю почему. Да, у меня уже и дерево закончилось практически, просто, это просто замечательно, я думаю. Я обожаю, как это заканчивается, мне все ресурсы, необходимые мне. Это, я думаю, все любят эти моменты, когда в Майнкрафте просто заканчиваются твои ресурсы, и ты не знаешь просто, что с этим делать. Это ужасно и страшно, и вообще как-то плохо очень. Ладно, пока у нас не началась ночь, я, пожалуй, сделаю себе топорик и срублю еще одно деревце. У меня есть как раз стики. Палочки есть и 2 топорика, и я надеюсь, мне хватит этого, чтобы срубить хотя бы одно какое-нибудь дерево. Да, правда, сейчас я, конечно, очень сильно рискую скоро, потому что у нас будет ночь совсем скоро, а, как бы, деревья-то рубятся не за 3 секунды. Ладно, я надеюсь, я успею сейчас. Я вот сюда как-то могу забраться, надеюсь. Это не очень высокое дерево. Так, давай. Не подведи меня. Отлично, костями ломаем просто. Отлично, так. Так, срубаем это дерево просто. Ну, не слишком высокое. Но оно, я думаю, даст нам приличное количество древесины, опять-таки. Так, что-то мне кажется, то ли светлее стало, то ли, блин, я раскопался просто из этой листвы. Видимо, я просто раскопался из листвы. Стало светлее из-за этого. Так, я уж думал, я упаду сейчас просто вниз. Испугался немного даже, не знаю. Так, смотрим. Здесь, по-моему, уже больше бревен нет. Но тут там, по-моему, есть какое-то где-то бревно. Потому что здесь вот листва не исчезает. Хотя должна была бы, по идее, исчезать. Потому что я не вижу бревен. А, это, то есть, оно с следующим деревом конфликтует. То есть, оно считает бревна от... соседнего дерева своими бревнами. Ну, окей, то есть, ладно. Его мы тоже срубим рано или поздно. Возможно, не сейчас, конечно. То есть, скорее всего, что не сейчас, потому что у нас скоро, очень-очень-очень скоро наступит ночь. Я, опять-таки, не хочу находиться с таким количеством ХП на улице. То есть, сейчас я очень-очень быстро побегу к себе домой. Потому что, опять-таки, полсердечка, это как бы не то, что даст мне выжить сейчас. Несмотря на мою железную броню, все-таки она, ну, она все-таки не так много дает защиты мне от всяких мобов. Так, еще одно деревце, так, еще последнее деревце. Вот, я точно его успею срубить, чтобы не умереть. И вот, все, теперь можно бежать, сломя голову, просто прятаться в свой домик уютный. И... чтобы меня никто не достал и просто переживать эту ночь. Так, ладно, сейчас я, пожалуй, сделаю еще себе верстак здесь, чтобы не бегать постоянно в подвал за этим делом. Так, у меня забит инвентарь, я знаю, да. Стоило бы его почистить. Вот что я хотел сказать. Но не сейчас. Сейчас я хочу сделать последний этаж, достроить. Главное сейчас мне не свалиться, чтобы никакой скелет меня не выстрелил. Я надеюсь, что не выстрелит. Очень сильно надеюсь, что не выстрелит. Так, как-нибудь вот так. Отлично. Поставил туда, куда нужно было. Как раз не промахнулся даже. Даже все замечательно получилось. Так, вот здесь достраиваем просто. Просто вот так застраиваем все. Как-то нужно что-то с этим решать. Вот тут
просто как-то получается очень некрасиво. Вот так вот как-нибудь, да, то есть здесь окно заканчивается. И вот так вот это будет выглядеть. И здесь точно так же, по такому же принципу делаем. И, блин, я не могу туда запрыгнуть, просто-напросто так. Я себе сам заблочил все. Сам теперь не могу туда забраться. Ладно, вот так вот сделаем. И исправляем вот эти все дефектики небольшие. Так, вот, уже все хорошо выглядит даже. Мне это уже нравится, как оно выглядит. И как бы... Так, сейчас вот этот топорик обратно... Отлично, отлично. То есть сейчас я еще сделаю себе немного досочек. Так, буквально, я не знаю, вот так вот. Это будет целый стак досок, кстати. Да, минус одна досочка там. Пусть поваляется пока что. Она не успеет, я думаю, исчезнуть, пока я здесь побегаю. Так, вот так вот. Сейчас застроим все красивенько, чтобы было. Правда, крыши опять-таки нету пока что. Пока что нет крыши совсем. Так, вот здесь нужно что-то еще сделать, что-то как-то исправить. Так, возвращаем. И, значит, я не знаю даже, сколько здесь я вот... Три блока нужно для начала выровнять вот здесь как-то, чтобы симметрично было вот это, хотя бы так вот. И как-то вот теперь можно строить вот так как-нибудь, да? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, значит, вот так вот сделаем. Будет здесь вот таких вот два окошка. Хотя можно даже сделать вот так вот еще здесь в центре поставить окошко. Опять-таки, надеюсь, скелетов нету. Да, отлично. Вот так вот как-то это будет. Потом вот здесь вот, я думаю, нужно какое-нибудь что-то сделать. Например, вот так вот. И да, вот все. Теперь выглядит оно более-менее нормально. Вот эти, правда, окна какие-то маленькие, кажутся очень. Эти центральные вот здесь вот. Как-то не очень это смотрится. Даже не знаю. Ладно, в общем, сейчас я еще заберусь туда вот наверх. Сделаю себе вот такую импровизированную лестницу. Да, это, конечно, все временное такое. Временное такие неудобства, я не знаю. Точнее, удобство скорее это, чем неудобство. Потому что это для того, чтобы мне было как-то забраться. Ну, куда ты ставишь? Ну, ё-моё, ну, что ж ты делаешь? Да, у нас, я бы сказал, что это Стив. Делает все неправильно и неверно. Но у нас же не Стив. Я играю своим собственным персонажем. Так, я не знаю, как-нибудь вот так давайте все-таки сделаю. Вот так ровненько. Вот так вот. Вот так. Как-нибудь это будет выглядеть. И вот так вот. Просто не знаю, вот как-то так. И вот здесь вот так вот. Просто бревно такое сплошное. Отлично, отлично, то есть... Да. Это мой любимый способ умирать, то есть такой внезапный. Когда никто не ожидает просто, и я просто хоп и свалился, отлично. Я обожаю вот так строить дома, то есть как бы я никогда не оглядываюсь назад. Точнее, оглядываюсь, конечно, назад, ну стараюсь, по крайней мере. Но бывают такие моменты, когда я не оглядываюсь, и получается вот такая вот хрень. Как вы могли заметить, полная хрень получилась. Я вот умер просто на ровном месте. Так, ладно, сейчас топорик возьму. Возьму еще этих бревен. И, пожалуй, буду сваливать отсюда опять-таки. Вон там скелетики, кстати, уже у нас заспаунились, но они мне не угрожают, потому что я далеко от них. Я успел укрыться в своем доме и опять-таки расставил все факела в одной из прошлых серий. Предусмотрительно очень с моей стороны это получилось. Так, в общем, вот это бревно у нас почему-то бракованное получилось. Не туда оно поставилось, не той стороной, точнее. Так-то оно на своем месте стояло, но не той стороной, опять-таки. Так, вот, как-нибудь так. Ну, вот почти. Почти закончил я вот это, я не знаю. То есть, как это назвать, я даже не знаю. То есть, этот промежуток между этажами, то есть, это как бы пол следующего этажа будет...
Так, нужно поперемещать мне вещи. Ну, конечно, да, я очень отличное место выбрал для этого. Лучше не придумаешь просто так. Вот у меня есть 10 стекла. Этого, конечно, маловато будет. Вот так, заставим все стеклом. Как-нибудь так. Все. Как бы... На этом все. Закончилось стекло у нас. Ладно, сейчас я еще посмотрю. У меня где-то, по-моему, еще было стекло. Нет? Нет. Ну, у меня железо, по крайней мере, есть, кстати. Кстати, насчет железа. Стоило бы мне улучшить мою броню. То есть сделать вот эту штуку и еще ботиночки. Нагрудник и ботиночки. И отлично. То есть теперь я полностью в униформе, в железной броне. Наконец-таки так. Значит, что у нас песка нету, то есть, да, то есть я весь песок уже перевел на этот, сделал из него стекло, вот вы видите, здесь куча стекла, и больше песка у меня нету, то есть, не знаю, перекапывать свой здешний пляж я не хочу, это будет, ну, как бы не очень красиво, копать перед своим домом ямы, это как-то не очень-то круто, так, ладно, в общем, что я хотел еще вытащить кирку для быстрого доступа. И лопату. Лопата у меня есть? У меня есть лопата. Но она заканчивается. Она почти закончилась уже. Ну да ладно. Сейчас, я думаю, это не так важно. Я сейчас буду дальше копать свой подвал. То есть раскапывать его. Я вот даже не знаю, до какого блока мне его нужно раскапывать. То есть где у меня заканчивается дом. Я без понятия абсолютно. Так, где-нибудь... Вот давайте я здесь... Так, ну да, то есть внешняя стена там есть, и все хорошо, то есть это как бы последний блок. Вот, кстати, немного песочка у нас будет. Так, 3, и, то есть вот здесь где-то уровень пола подвала. Вот где-то до отсюда получается у нас. Да, я сделал себе дырку прямо в доме, это круто. Куча песка, кстати, это хорошо, то есть то, что я хотел... Вот, кстати, уже подвальчик мой. Примерно до вот этого вот уровня. И по ширине, куда же. Так, то есть вот это последняя стенка. Так, вот здесь я, кстати, сейчас поставлю обратно кобблстоун. Вот, отлично. Получается, до вот того уровня нам нужно выкапывать подвал. Вот, что-то я потолок какой-то низкий все-таки сделал. Непонятно почему. Ну да ладно, в общем. И, пожалуй, на этом моменте я буду заканчивать. Сейчас только положу песочек и скажу всем спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был Фиксер. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте большие пальцы вверх, если вам понравился этот ролик. А также не забывайте рассказывать друзьям, если вам понравился этот ролик. Для этого есть специальные, очень удобные кнопочки. Ваши любимые социальные сети есть на Ютубе, то есть все социальные сети там есть. То есть я не знаю ни одной социальной сети, в которой бы не было на Ютубе. Ну, это, пожалуй... Хотя нет, знаю. Обманываю, я знаю, это есть еще Reddit. Американский, по-моему, сайт. Не уверен, конечно. Но, в общем, его нет на Ютубе, увы. Но я думаю, ваши любимые социальные сети там есть, поэтому прошу вас, кликайте по этим клавишам, рассказать друзьям, делитесь роликом ВКонтакте. И на этом все, всем пока!